Всем привет! Вы на канале Renex Shop и Smartwatch Казань. И наконец приехала долгожданная новинка. Это модель Ультра. В золотом цвете. Так. HD8 Ультра. Их нет на рынке. И у оптовиков. Это напрямую с фабрики. Давайте быстренько посмотрим, что они из себя представляют. Кстати, приложение, используемое здесь, Fit Cloud Pro. Да, здесь написано. Так, нас встречает такая иллюстрация. Как она выходит? Такой конвертик, здесь беспроводная зарядка, некоторые обозначения. Так, инструкция, ну, как обычно, английские и китайские языки. Ремешок нейлоновый на липучке. О, довольно большие часики. Здесь должно быть 49 миллиметров. Так, ну, по... Вижу 45. Часики упакованы в защитную пленку. Так. Имеются кнопки фиксаторные для ремешков. Smartwatch Ultra. Так, здесь 49 миллиметров. Ну, довольно большие, да. Давайте включим. Шли они около месяца. Так, приветствие нас встречает. Так, все, Fit Cloud Pro видно. Так, выйдем. А надо пропустить. Так, циферблаты. Лошадка у нас меняет цвет. Так, это тоже меняет. Тоже изменяемый. Так, интерактивные иконки есть. Управление плеером с регулировкой звука. Здесь также активные. Так, циферблатов немного. Но интерактивные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть циферблатов. Так, дырочки, вырезы под динамик все есть. Микрофончиков три, два слева. Так, и здесь еще три. А, вот как. Нижняя активная кнопка включения-выключения. Здесь заход в интерфейс. При приближении мы заходим в виджет, который находится посередине. Например, будильник. Так, вернее, это секундомер. Так, левая кнопка у нас настраиваемая, если не ошибаюсь. Здесь спортивные функции. Довольно много. Ну, полный обзор будет позднее. Так, снизу вверх здесь сообщение. Все как должно быть для удобства. Двойным кликом мы меняем стиль меню. Контакты,
Запись разговоров, голосовой помощник. Так, с ошибкой немножко орал. Голосовой. Данные, мультиспорт, пульс, саунд-мониторинг, давление, кислород крови, сообщение, погода, женский календарь, управление плеером, тренировка дыхания, секундомер, таймер, будильник. Так, есть игры. Две игры. Будем позднее разбираться. Так, здесь гоночки у нас. Отлично. Так, пароль блокировки экрана, код получения. Это привязка визиток, либо PayPal. Так, визитная карточка. Да, любую визитку с мессенджера соцсети можно установить через QR-код. Установка времени, поиск телефона, калькулятор, календарь, управление камерой и настройки. Стиль меню, вот их сколько. Сменить циферблат. Так, левая шторка тоже есть. Остальные настройки — это интенсивность вибрации, языковые настройки, QR-код. Так, пароль блокировки, система, информация системы. Вот такие часики доступны к заказам, пожалуйста. Довольно мощный дизайн, один к одному.